Встреча давних друзей. В таком формате прошла очередная творческая встреча Георгия Шорикова, нашего земляка, поэта и песенника. Нас пригласил сегодня на праздник Георгий Иванович Шориков, потому что мы с ним дружим очень давно, и почти что треть нашего репертуара – это песни на стихи и музыку Георгия Шорикова. Ансамбль народной песни «Сударушка» и Георгия Шорикова связывает многолетняя дружба и сотрудничество. Ни один творческий вечер уральского песенника не прошел без этого ирбитского коллектива. Такие душевные, про родину, про родной край очень нам нравятся песни, про Ирбит песни очень хорошие, хорошие слова, душевные слова, понятные всем. С удовольствием поем песни Шорикова. О своих первых выступлениях вспоминал Георгий Иванович. Тогда он был еще ребенком в детском саду. После войны дети выступали в госпиталях Ирбита перед солдатами Великой Отечественной войны. Бойцы, конечно, были рады концерту детскому вполне. И нам, артистам из детсада, рассказывали о войне. О том, как смело в бой ходили, как были ранены потом, а после звездочки дарили своих расстрелянных погон. В творческой встрече приняли участие также вокальный ансамбль «Вдохновение», камер-джаз-бенд и ренессанс-джаз-квинтет «Цветущий май». Среди гостей знаменитого уральского песенника присутствует и молодой музыкант Владислав Мочелов. Я к его творчеству отношусь очень хорошо. Я у него читал много стихов, слышал очень много песен. Мы разговариваем в основном о музыке, о ее душевности, о ее волшебстве. Лариса Воложанина, Евгений Присяжнюк, Павел Тимофеев. НТС Ирбит.